В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 1392 случая инфицирования коронавирусом. В Бишкеке 803, в Чуйской области 197, меньше всего зараженных в Нарынской области 17 человек. Всего в республике выявили 126 395 случаев заражения. За минувшие сутки скончались 9 человек, выздоровели 616. На стационарном лечении сейчас находятся 3553 пациента, на амбулаторном 9055. За минувшие сутки проведено более 8 тысяч ПЦР-исследований.